Всем привет! Меня зовут Лиза, вы на канале Принцесса Лиз. Сегодня нарисую Билли из сериала «Очень странные дела». Сказать, что очень хорошо отношусь к этому персонажу. И меня не очень тронул его геройский поступок в конце третьего сезона. Но я думаю, чтобы нарисовать кого-то хорошо, нужно его либо очень любить, либо ненавидеть. Поэтому начинаем рисовать! Начинаю делать наброс. Но опять же стараюсь сначала намечать общие формы и только потом прорисовывать детали. Хотя это у меня редко получается, из-за чего я делаю часто ошибки. Сейчас я смотрю на свой рисунок и совершенно не понимаю, чем я руководствовалась, когда рисовала такие огромные глаза. Глаза уменьшаю. Сделать это очень просто. Выделяю ту часть, которую хочу изменить, и уменьшаю ее, растягиваю или деформирую. Можно сделать что угодно. За это я и люблю диджитал рисование. В акварели-то таких возможностей нет. Дальше прорисовываю черты лица. И опять у меня проблемы с губами. Казалось бы, ну что сложного? Мне приходится перерисовывать кучу раз. В этот раз я вроде бы с ними справилась. Наконец, скетч окончен, и я перехожу к цвету. Мне очень нравится то, каким ярким и сочным становится рисунок благодаря красному зонтику на фоне. Теперь, когда все основные цветовые пятна готовы, я перехожу к деталям. Прорисовываю глаза, брови, волосы и все остальное.
Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось это видео, и всем пока!